Еще вчера, 24 февраля, певица Любовь Успенская отпраздновала свое 65-летие. Артистка родилась в Киеве. Некоторое время исполнительница русского шансона жила в Соединенных Штатах, куда перебралась вместе со вторым мужем Юрием Успенским. За океаном певица выступала в ресторанах и даже смогла записать альбом. В начале 1990-х годов артистка вернулась в Россию, поселившись в столице. От своего четвертого мужа-бизнесмена Александра Плаксина певица родила дочку Татьяну. Любовь Залмановна никогда не скрывала, что очень привязана к своему единственному ребенку и с нетерпением ждет появления внуков. Вот только дочка исполнительницы не торопится обзаводиться потомством. Свой юбилей Любовь Успенская отметила в кругу близких друзей. Не смог пропустить вечеринку певицы и «Золотой голос России» Николай Басков, который опубликовал в своем микроблоге кадр с торжества. На снимке он запечатлен в компании Натальи Чистяковой-Ионовой, Эмина Агаларова и Кёти Топурии. Как уже писал сайт телепрограмма «Кро», певица Валерия одна из первых поздравила Любовь Успенскую с днем рождения, пожелав светской львице процветания, новых творческих успехов. «Люба, Любонька, прекрасная, удивительная, с днем рождения, дорогая! Будь счастлива, живи на всю катушку, твори, люби, а мы будем продолжать тобой восхищаться». Подписала совместный снимок с певицей супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина.